Что? А, я думаю, это тот чел. Что магазин у нас? Его добавили, что? Вот этот скин добавили? Лучше у меня есть. Краш есть у меня. Сегодня магазин огромный, имба. Магазин сегодня имбовый очень. Сейчас тиммейт присоединится и пойдем. Марина. Алло. Ну давай, давай. Принимай. Все, пришел. Ну, что, он понимает либо нет? Не понимает. Что мы говорим, если не нормально? Что завезли нормально? Отстойно. Стальной херебрит. А можешь купить за 1000 или за 1200. Можешь купить вот этого ученика, какой-то Матимбульский. Ну, короче, сейчас пойдем. Все, все nice. Кто-то купил этот скин, стой. Ну давай, принимаю. Они тут. Сейчас я помню тут ремонт я так Что? Он не в сети уже? Будет. А, я не попадаю. Вот что так. Пойдем. А он никак пошла смотреть. Это лайки. Мы стоим сейчас и планы тут. Да такой мундиат. Не знаю, чего не понимает. Видимо, он вышел. Это мундиат. Круто, прикольно.
Прикольно. Круто, отыграл карточку. Умер, умер. Повезло, что я хоть не умер. А еще живой. Как вы думаете, идти этот вот сейчас одиночный турнир? Я просто недавно пришел. Он зашел только что в игру. Как вы думаете, надо идти? Идти надо в одиночный тур? Либо в арену играть? Наверное, я, наверное, лучше буду в арену играть, чем в турик этот. Это другой чел. Я помню, там у чела был другой скин. Там фул у чела был другой скин. Это бред. Что у меня вообще другой спамит, понимаете? Кто у меня спамит? Откуда? А, меня другой убил, круто. Меня вообще, понимаете, другой. Меня с двух сторон зажали. Меня вот этот зажал. С этой был, который на мне. А меня другой еще по спамам. Давайте, наверное, в турнир пойдем. Сколько он идет? Сколько он еще будет идти? Сколько сейчас максимум поинтов? Я только зашел сейчас. А, такой недавно начался. Сейчас максимум чела 4 поинта. Я понял. Сейчас у чела просто максимум 4 поинта всего лишь. А, у меня его нету. В арену идемте. Что бы за скин взять? Надо донатить, вот на этот скин донатить надо. Либо не донатить, нормальный скин, как вы думаете? Прикольно. Вот это прикольная штука. Вот скин сам по себе какой-то отстой. Что тут есть? Допустим, вот такой. А что это? Стиль Pro Explorer. Священно заряженное. А, я понял. Там типа на кофточке что-то добавляется, видимо. Наверное, не знаю. Боже, как сегодня болит, бляха. Илья Котович какой-то. У него же вообще Андрей зовут. Чё он? А чё он такой не придумал? Ну что ты ломаешь? Ну что ты, дура, ломаешь? Дура тупая, что ты ломаешь? Что ты ломаешь? Что тебе надо? А это что за? А не буду с этим чужим. Я сыграть не буду. Смечталось. Куда я полетел? Придется на эту локу идти. Я тупо взял и полетел. Что это? Кто это за? Катя какая-то тупая. А я уже сюда, я не полечу дальше. Я могу на джампете улететь дальше. Ладно, давай улечу. А, ну это другой, ну боже, круто. Меня с другой крыши вообще стреляют. Забрал оружие, хотел на джамп пойти, меня с другой крыши стреляют. Боже, что за Катя? Что? Он вообще не сидит? Что? Как? Что?
надо, на него еще и стиль есть. Первый дивизион. Стона нет! Вы шутите, я в парню не буду играть. Почему я с ним запустился? Не буду с ним играть. С рандомом. Сейчас, подождите, сейчас приду. Зайду ненадолго. Все, слышно? Пришел я. 11:30 PM, что? Ночь, утро у меня, что? Какого 11:00 PM у меня? 11 часов дня. А чё там? Джон, ну типа, из Кобра Кай. Кобра Кай мба. Джонс такой, Джонс. А, Джонс. Не знаю, что такое. Давай, на базу. Успею. Бэтмен, что это? Зачем Бэтмен чёрт? То, а почему он такой, а, его, он его заскамили, он на оружие, он пролетел оружие. Ну что, он, у меня ресурсов нету, я даже не целюсь, он меня сзади берет, сразу же стреляет. И как так играть? Где тиммейт? Что? Где тиммейт? Что? Подождите. Сейчас. Вали, 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 давай. А то леди камон. Дуфрен. А, я в... А, у меня турки нет, я хотел туда пойти. Куда мне падать, то есть? А
вот сюда. Либо не огонь сюда. Ну, не знаю, вот сюда нормально, думаю, будет. Я упаду сюда, потом вот сюда пойду, здесь залетаюсь еще. Нормально, думаю, туда не должен пойти. Все. Можно ближе. Я тогда вот сюда упаду, потом пойду вот сюда и там еще залатаюсь. Думаю, хорошо. Что? Он на стенке ставит. Стоп, чё? Просто ждем пока автобус. Могу там где он? Ну, так можно залететь. Потом сюда можно упасть. Не, хотя тут челы будут. Можно вот сюда, а потом пойти вот так. До башни оттуда. И там лутаться, там люто много. Я долечу, да, я долечу. Со мной еще никто не полетит. Я понимаю, чел на башню летит. Я сюда, а потом... Я сюда упаду, потом вниз, а потом пойду вот туда, куда хотел. Сначала я залутаюсь, давайте, вот то есть. Мне придется с одним челиком максимум фатиться. Который упал на башню. Мне придется его хлопнуть. Он же пойдет. Он же либо на каменный карьер пойдет, либо на меня. Ну, на эту, на... Куда я хотел. Патрон. Либо пойдет на домик. Ну, скорее всего, каменный карьер фул можно залутать. Давайте две биги запьем, а это оставим. Давайте фиолетовый экскалибур. Может, со спины постреляем. Он не ушел оттуда. Он там еще. Могу сейчас пойти на дом залутать. Блин, не убейте, пожалуйста, сейчас. Алло, да. Наконец-то, у меня тиммейт пришел, неужели? Тиммейта позову. Интересно, турнир Фанкреста-то будет из вас играть, напишите. Может, с кем-то из вас сыграю в турнир Фанкрест. У меня 0 золота, понял. Ну все, я куда хотел. Я хотел туда пойти, я пойду туда. Здесь контур не надо. У меня ключ есть. На пачку. Давайте вот весь пляж залутаем. Вот так будем здесь, на этой местности полутаемся. А где клад? У меня клад вообще в той стороне.
Мне поэтому надо, я под себя аккуратно. Ай. Алло, да. Да, что хотел? Тебя нет на месте. По мне стреляют! Ну, спасибо! Боже, я за тебя катку слил, ты понимаешь? Ты тут? Алло? Алло? Да тут. Спасибо тебе огромное, слушай. Я за тебя слил. Сейчас поднимем. Только я 100 поинтов слил за тебя. Как 100? Я 2 катки слил. Так 100 поинтов ты только 80 сольешь, а не 100. Я и то больше слил, потому что ты мне 2 раза звонил. Может, ты 120 слил? Видимо, да. Ты 3, значит, катки играл, а не 2. Если 2, это 80, то уже поинтов слил. А если еще одна, то 120. У меня было 300, сейчас у меня этот вот 180 поинтов сейчас у меня. Да боже, я удалю эту Катю, что это? Я ее удаляю. Где она? У меня... Пусть у меня не будет голоса. Что, где она? Алло, алло. Да. Куда падаем? Подожди. Я сейчас хочу кое-кого удалить. Я удалил, она меня задрала, этот бот пост. Нет, я туда не полечу. А куда полетим? Я в дыру лечу. А, ну ладно, я долетаю. Я просто не хочу туда падать. Я ж полетел. Там я буду просто самый высокий. А там в дыре уже чел. Ну, нет. Он не полетел, они наверх летят все. Все наверх постоянно. Почему-то. А, я хотел наверх упасть, туда чел уже упал. Падай ко мне в дыру. Там никого разве? Можно я вверх, можно я их больше не залутаю? Можно я тогда один сундук, а тебе все трое? Все, я один сундук залутаю, что тебе охренеть. Выпало? Вот это и вот это. Я видел. Ой, не надо ж. Смотри. Да куда ты? Ты чел, то чел. Это с башни чел. Дробовик найс. Это 100% с башни чел. Я это и понимаю. Я на него заказ взял. Да, это он. Да, они наверху. Блин, меня чуть не грохнули. Меня так, когда ты мне звонил, просто взяли и грохнули. А, тут ППшка лежала. Это я скинул. Это, кстати, наш заказ. Я наверх поднялся, они ушли. А у меня сбрил ушел. Он такой прикольный. Он мне берет, сбривает армор. А, он наверху. Да, он на мне. А, тут двое. Это не так наш заказ. Я у тебя. А, я лучше блокнул! Я лучше, понимаешь, хэд дал с дробовика с прицелом, серва. Я занял стену. Я убил! Ты видел, какой у меня дробовик был? Я лучше хэд дал. Лучше был гром. А я и хэд с этой дал. А я вот тут стенку занял, я хотел его с двух сторон. А я его, а я этот вот... Вот тот сундук не залутали.
Ну, забирай. Я пойду на эту локу. Тут, скорее всего, тоже челы. О, лютый день. Есть... Мне тут сундук, который был под землей, вынесло в зале, там фиолетовая папашка выпала. Помоги, тут двое. Бегу, у меня ускоритель. У меня этот вот, у меня лютный день, перк. Да, тут двое на мне. Прогноз погоды. Я ХП. Колпа! Ну боже, ты наш заказ! Вали отсюда! Ну боже, что? Что с пингом? Боже. А что ты бутылочку? Захиль бутылочку, бутылочку захиль. Так я все равно быстро бегаю. Все, вали, знаешь куда? Ты вот в этот домик. Нет, не иди никуда пока что. Ты вот сюда можешь зайти. Они сову пустили. А ты на мою метку иди. Вон, видишь, там домик типа есть, туда иди. В домик иди, тут на горе. Иди в домик на горе, дурак. Да на горе в домик иди. Да туда иди. Вижу. Тебя с помощью совы спалят. Так я ее на карте вижу, где она летит. А где она летит? Ее нету сейчас. Они ее убрали, они ее убрали. Что ты делаешь? Снежочки. Нахер. Забери синьку эту. Она имбовая, хай даешь, убьешь. Я так не... Я без прицела еще хай... Захиль слерп и иди со слерпом. Все, иди. Только потихоньку, с горы иди. С горы. Бутылочку запей. Я и хотел только что. И беги. Это еще... Я на водоке пьем. Ну ты дурка. Ты забирай карту, там батут закрыли. Ты сразу этот вот... Сломай там стенки и на батуте вали. Они просто закрыли. Я бы свалил, но я, понимаешь, я бегать не мог. Понял? У меня типа забагалось, я нормально бежать не мог. И плюс у меня этот вот, что подбагаться не было. А они мне еще, понимаешь, то челы? Да. Вот этот чел меня убил. Это кибер. Это наш заказ. Забирай карту, говорю. Они батут закрыли, вали просто пешком как-то. Хана, говорю тебе, хана. Ну что, как ты так быстро умер? Потому что... Я не сломал, они меня поджидали. Ну ты говорил, мы поинты поднимем, я только их слил. Да, верно. Из-за тебя, понимаешь? Ты шкафка, миллиметров, Ты этого обманщика Everyday смотришь? Кого? Everyday смотришь, это же обманщик. Да он обманывает.
Тогда я тебе поедал. Да что ты делаешь, натура, ты настоящая. Валы, валы. Только и поинты слил, я туда не полечу. Куда летим? Не знаю. Куда полетим? Куда хочешь? Просто пока лети прямо, куда летим? Куда падаем? Я не знаю. Могу на эту локу. Может, там прокакаем? Ты говорил, поднимем поинты мне. Я сказал же не точно. Гром синий лежал. А у меня серый пока что. ППшечка. И бига. О, еще автоматик. На себя челы. Ага. Тут зеленый гром. Только у меня есть. Я могу карась скинуть. А, так тут их много. Скина. У меня ресов 10 штук. А у меня там, там, нет. Там, туда залез один чел, один, он один, где он пушить. Да, хилится, хилится, тут, нет, тут двое. Один отхиля, они бочку хилят. 43 по синему. Сирена один белая. Белый. А ног, одного ног. Убил двоих. Можно скан заберу? Угу. А, я их чисто двоих ног. У меня два килла. Первый килл есть. Два. Первая пати есть. Ну, первый килл... Ну, я сказал, первый там килл есть. Именно вот эти. Ты килл сказал. Ну, ладно, идем челиков искать. Ты хилился? А. Да. Капец, сейчас много дробовиков каких-то валяется. Просто хоть серые, хоть разноцветные. Ну не, если надо, надо. А, там 6 штук лежало. А где тут еще челлендж были? Так я знаю, вот в чем прикол. Гофрам захватим. Да не, сразу быстро спалят. Давай только... А, я сейчас сову заберу, поохраняешь. Либо... Давай... Стой, я отредачу. Поохраняй меня пока что. И закрывай, закрывай, закрывай. Стой, отредач. Подожди, сейчас, Не-не-не, подожди, я не могу. Все. Все, давай. Сканируйся, фуллоку. А что за фигня? Сканируешь. А у меня не сканируется, что? Ну тогда ищи, просто летай. Просто тут летай. Хочешь прикол? Я даже не могу этот ускориться. Дела плохи. Все, захватили. Я ее убрать не могу, что? Тут фиолетовая ППшка выпала. Нет, тут только пати летела. Убей мне сову. Ты можешь? Да, должен. Давай, убей, я не... Нет, не могу. Я не могу выйти. Скинь ее. Ты нажми, скинь, нажми инвертор. Понажимай кнопки. А я не могу. Сейчас это нельзя сделать. Что? А ты отлети на определенное место, далеко отлети. Ну ты умный. У меня фиолетовая ППшка. Не, попробуй этот вот. Просто, короче, а я на нолик нажимаю, у меня фикс, что слабый сигнал, да, это мне не надо. Да, все, я не буду эту сову нафиг юзать. О, тут очень много сундуков было, ты видел, тут дофига сундуков было. Я не буду никогда юзать, это так, боже, тут тупо. Очень много сундуков, ладно, поехали отсюда, полетим отсюда, давай. Капец, вся логика. Поехали, потом полетим. А, ну посмотри, у меня после катки убили из-за этого. Видишь, как я хожу сейчас?
Не, подожди, я сейчас закуплю, у меня было 600 золота. Смотри, как я бегу, понимаешь? Меня из-за этого прошлой катки убили. К нам летят, к нам летят. Где? Ну, а, вот, вижу. Сейчас. Сейчас тихо, вижу. Тихо, тихо, тихо. У меня два иболых, очень иболых. Один, лучше. Один, один, один. Один на мне. 34? У них молоты. У двоих? У одного, скорее всего. На мне, просто на у мне. Этого, который за концерт получался, знаешь, это концерт? Это я его встретил. Ты его тоже? Какой у Кидла Ройл, да? Да, обычного летнего, ну типа летний костюм такой. А, так он не здесь, а он улетел. Вижу, 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 он возле флага нашего. Фонд дрифт Яха Сани. Он уехал, он уехал, он один без тиммейта, он улетел, я за ним лечу. Давай, давай, не теряй его и не теряй его с виду. Чуть не потерял, но я он на моем виде. Это Кидла Ройлд. А, знаю, что я сейчас лечу, и я его могу легко... Белый очень! Он отхилялся, я его очень сильно кракнул. Он очень белый, он улетел. У него хил был, у него сплэши там. Он очень белый. Блин, а он все, он очень белый. Он вот тут. А, так тут файты, нет, тут файты, это другие. А, ты убил я его? Я убил, убил, убил. А, на мне тут, на мне пати, тут другие файты, я думал, ты про этих. У меня еще пинг немного. Я тут был, когда играл в туре, кош прикол, я почти убил чела, а он упал, и мне килл засчитался. А, так нас там еще с другой стороны спамят. Да, улетаю. А у тебя молот? Да. Не, не вздумай. Так у меня, смотри, я отхилится. Спустись вниз ко мне. Давай их сломаем. Спускайся ко мне, будем ломать. Я ломаю внизу их. Я потому что белый. Не знаю. У меня только миники есть. А, ну так мне и миники сейчас надо. Так иди ко мне. А одно патишь. Да? А, я не могу бегать, у меня пинг, понимаешь? У меня пинг очень, у меня еще упал. А, я вижу, на меня там еще пати пришло, понимаешь? Вали. Не, я тебе миники не буду скидывать. Го в кусты, го в кусты. Вот кусты, тут саву юзают, тут саву юзают. Ты все будь в эти. Я в кустах хилюсь, понимаешь, еще? Меня пометили, я в кустах сижу, меня пометили. Забей. А, меня другие стреляют, меня другие стреляют. Я понял, я в кустах. А, меня другие с брелем. А, ну меня вообще, меня с трех сторон стреляют. Меня три разных чела стреляют. Сквозь кусты. Прикольные такие очень. А ты уходишь, молодец. Что можешь? А ты хочешь, чтобы я файтился? А я хочу, чтобы ты мне поинты понял. Ты же мне их слил. Не иди в него, не иди. Иди за картой, что? Ли. Иди за картой. Клод банана мог бы взять вместо аптеки. Но там они кусты сломали, понимаешь? У меня еще такой лут был. Меня с трех сторон стреляют, это стрип-снайперы. Они на ПС точно играют. ППшку забери и гром, это мое было. И ключ мой. Скинешь мне это все. Нет, что за фигня? А куда резать? Просто иди пока... А, в золотом замке, это не в зоне, это не в зоне. Там зона будет, а там скорее всего никого не будет, иди туда. Только скинь мне гром с ППшкой. И ключ. Ага, а я с чем буду гулять? Нет, тогда ППшку. Скинь мне только ППшку и ключ. Я себе куплю гром, а ППшка моя была. Я тебе мой гром отдам все-таки. ППшку тогда только скинь. А то все-таки мой лут был. Лекай, все, быстрее, быстрее, быстрее. И патроны немного скинь, половинку. Ладно, я буду на треугольник нажимать.
Ну, успели. Ко мне летят. Летят? Убегай. Убегай. Или нет? А, тут флаг не захватили, можешь флаг захватить. Тебе дай мне, тут скинь вот... мою, скинь мне мою ППшку вот эту вот. И ключик один. У меня плюс два, у меня будет три ключа. У меня еще пех. Так, тихо, давай флаг. Ключа. А, там на домиках есть, пытался, прикинь. Я не... Все, спасибо. Если что, я могу вообще типа отсюда уйти, пусть твой лут весь будет. Потому что у меня и так все, всего нормально. Ну, у меня два ключа, три ключа. Могу себе что-то купить, могу позволить. Могу тебе... А, по мне тулят. Это тот самый Killer Royale. Иди ко мне, помогай, 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 помогай. Это Killer Royale, которого ты проспамил жестко. Я что дал одному? Вот этому? Не Киддороиду, а другому. Он хес. Я плак захватил. А, Кидор, я одного кракнул. У меня выпал фиолетовый гром. Лучше затащишь, я тебе, я не знаю, что с тобой сделал. Что? Да что угодно. Они у меня помечены-то. А, ну что, ну я тебя ненавижу. Если тебя поинты слил, просто. Все свои. Нахера ты с ними файтился? Один. А? Ты тут вообще? Нахера ты с ними файтился? Один еще. Ты в турк будешь ФНКС играть? Там этот вот приз знаешь сколько? Сколько? Приз этот вот... 16 лямов. Сыграю. Если нас пустят. А что, нас не пустят? Ну, могут не пустить, да. Сумитси, бака, бака. Я считаю, что ты найдешь. Вон обошел, что ты найдешь. Я сейчас одной рукой чисто играю. Лежа. Я тоже. Одной рукой тик-так листаю, второй играю. Я не знаю, то этот вот один раз было меня не было слышно, один раз было тебя слышно. Второй раз было меня слышно, второй раз было тебя не слышно. Это мой был! Так у меня оружия нет. Помогай! Убил! А как ты убил? На гром! Гром забери. Не могу, на мне тиммейт. У него, понимаешь, дробовик был. Уже не надо гром. Отдай мне спамерские. На.
Я двоих вынес с ППшки и с снайперки. Ну, тот турик, который был, может, опять их позовем, если потом будет еще один турик? Нет, в Парме. Следующий тур через 3 дня, нулевая высота Парме, сожжение. А нет, а когда будет боепиада, вы Горик еще раз позовем? Как получится, на Адихиль. Не, я буду с Памерским. Там на домиках файты рядом с нами. Можем на них запустить их, как хочешь. Давай, отхиливайся и на них пойдем. Ты отхилялся и пошли на них, пошли на них. Там корона даже у чела была. Там такие файты. Это не на домике, это вот здесь файты. Там вот очень белый, я того поспамил очень сильно. Я прыгать не могу. Алло, ты тут? Да. Белый, я ему опять хэд дал еще один раз. Он очень белый, я ему 2 раза. Он на мне. Помоги, он наверху, да, это он. Меня кастомка за... Ты убил того, он очень белый. Там один чел очень белый, ты убил его. Ты не убил того чела? Тут нету. Ты не убил... Да ты... Там один чел очень белый был. Ты его не убил? Да ты шутишь? Ну ты понял, ты мне слил все. Поднимайте мир мне. А не сливай мне. Нормальный вообще, что ли? Выключите кто? This secret over the it on the run stay your little little run quite bow bow they will run stay now no under pressure oh so run burn out me show tell the posse to take up the posse. Как ты не убил того человека, который белый, когда он на тебя пошел? Да что ты молчишь? Он на меня не шел. Почему я видел? Ты стоял прям перед ним. И он ушел, могли бы килл сделать. А ты как-то этой кастомки умер. Я играю с кирки Звездного Воина. Смотри, какая у меня кирка. У меня батярский, чем у тебя. Ты с ними пасой. Ты смотри на мою кирку. У меня вообще ее нет. У тебя есть кирка. Ну, не со скином. Со скином? Нет. Это кирка стандартная. Ты про кирку? Да. Не. Я в дыру падаю. Я не в дыру, я на гору падаю, на гору. Давай ты на эту локу падай, я на гору паду. Падай, куда ты метку поставил, на эту локу, вот сюда. А я на гору, я не долетаю. Я только до локи, гон на локу. Я пролетел, что? У меня спамерский. Там чел. У меня ППшка еще. У меня 2. Спасу. Спас! Убил. Забирай пушку. Спасибо. Я тебя спас. На. Миненький хиль. Сэнки. А сколько у тебя... А он тебя убить мог, ты знал? Если бы меня не было бы. Ну, это во время момента. Там еще Хилиса рядом. Вижу, это доктор Сон. Белый очень чел. Он очень белый. Ты у меня килл стырил, год. Надо кому?
Надо забирать только спамерский, быстро, быстро, блин, быстренько. Блин, у меня 8 патронов, блин, на дробовик. А у меня 4, быстренько, быстренько. Я знаю. На том дробовике было 4. На тебе человек? Нет, это не у нас. Ой, иди сюда, у нас... Ай, на мне, помоги, 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 помоги. Зеленую кастомку чуть-чуть кракнул. А тут еще апачи пришло, я одного кракнул. Тут прикол, тут еще апачи пришло. Улетай, я не знаю как. Там еще апачи пришло просто. Блин, назло, а каст... понимаю. Угу. Не надо было тогда лететь. Это другой вообще, понимаешь? Да что? Ну, смотри, я с тобой играть не буду. Ты мне все поинты слил. Спасибо тебе огромное. Все поинты посрал за тебя. Кто я был? Какого фига у меня? А не тут. Ну да, такой. Стой, на ППшку не успел. Просто не успел. Алло, у нас Катка. Чпык. Ну, сюда много чего летит. Я самый низкий, ты видишь, какой я низкий? Я ниже челиков, ну, кроме тебя. Я был ниже. Там на... сразу кастомка напрыгнула на этот, как там тебе? Можно я снизу? Можно я одну комнату внизу залутаю, снизу, и все? Слёрп путают, слёрп. Да я слышу. Ой-ой-ой, помоги. На тебе? Ты нафига выбежал?
Так я не выбежал, меня просто набривают. Не могу помочь тебе. На мне, помоги мне, пожалуйста. Немного белый. Набрил? А, меня сзади. Кокнул? На мне, я ему 87 сдал с дробаша. Много того, да-да-да. На мне, помоги. А корона, блин, а тебе повезло, у тебя корона. У меня нет корона. А у него тиммейт был? Тиммейт был у чела? Да, да. Это тиммейт, у него тиммейт есть, я знаю. Ушел, забоялся, я ему хэд дал. Не-не-не, он у меня. Я сундук открываю, у меня дробовика нормально. А у меня золотой гром. А, ну тебе, откуда у тебя золотой гром? За ключ купил. У меня помоги. Не помогу. Золотой гром отдашь, помогу. Да, дам, отдам. Все, не надо. Да блин. Конечно, я хотел гром забрать. Да блин, ну ты за ключ этот вот купил. Я тоже тебе за ключ смогу, конечно. Будете ходить с говном. А, корабль лутали. О, с парковки спамят. Хочешь, отдам дробовик гром? Не без разницы. Нет, не надо уже. Ну давай. Ну, хорошо, давай. Они все залутали. Они тут все залутали. С парковки, с парковки. Сейчас буду выносить. Вижу, это не прав с парковки, но нормально. 22 нанес. А хочешь ППшку фиолетовую? Как? Да, хочу. Хотя, подожди, я вообще двоих убью с кем. А, вижу, за елкой, за елкой. Белый, 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 кастомка белая. Кастомка белая. А, у него тиммейт. Добыть еще 3-6 по синей. Иди сюда, отхиляемся. Добыть цунок. Добыть цунок, добыть цунок. Он сейчас будет ее... Лучше под крас успел. Ну вот офигевший этот чел, я смотрю, да? Хотел тебя добить, но не успел. А он тебя поднял еще и кинул, понимаешь? Да, он так тупонул жестко. Можно я второго золотая? А где? Я не лутал. А вот он, я его вытутнул. А, запей слёп и за мной иди. Забивай слёп и пошли на нашу следующую локу. Я кастомку сбрил, я её крякнул жестко там. Хорошо, что ты обычно успел мокнуть. Как ты умер? Кастомка. А там, короче, когда я добычицу мокнула, она мне нанесла хороший урон. И там кастомка подошла в крысу и... Там, мне кажется, я кастомку в крысу убил. Ну да. Нет, кастомка сама тупанула, она могла застроиться, потому что она взяла меня... Там нет, там были мои стенки, понимаешь? Сзади, она сзади стояла, а там моя стена была. Я ей просто вылажу и отдаю. Ну, я отыгрался пока на свои поинты. Нет, мы не отыгрались. У тебя какой дивизион? 6-й. Ты не отыгрался. А мне показалось, либо в нас стреляли? Мы 4 кила сделали. Мы 4 кила сделали. В принципе, да, отыгрались. И ты отыгрался на 10 поинтов. Возродили игрока только что. Где? Возле нас? Ну, нет, вот я в чате гляжу, вот тебя сразу слева такой чат и стоит, и там показывают, кого возродили, кого нет. Кого убили, все такое, понимаешь? Ну это не чат считается, но я знаю. Это чат игры, это чат игры. В дыре челы. Где? А в дыре лекнули. Может, да. Так это просто я в чате игры смотрю. По-моему. Ты уже на 20 поинтов отыгрался. Я этот на 10. Нет, ты, у тебя же какой дивизион? 6-й, мы на 10 отыгрались. Нет, мы... ну да. Алло. Да-да, что? Гоно джампэд. Там этот вот... наш заказ далеко. Улетает. Наш заказ улетает, а мы можем на джампэде за ним полететь.
Тут файты были очень жесткие. Я видел. А, так они не лутали, тут патроны куча. Тут куча ты патронов. Думаешь, на файтах вообще нельзя лутаться? Ну, можно, но только если ты там быстренько просто полутаться. Все, я улетаю, я улетел. Я за заказ. А, на домиках файты начинаются. Я на заказ, я на нашем заказе сейчас буду. А, как... Тут очень жесткие файты. Помнишь, как в прошлый раз на домиках файты были? Тут такие же сейчас. Да. Один, один на мне, один на мне. Просто мне там палочка одна мешала. Пришлось сломать. Один на мне уходит. Это тут треснули. Один белый. А, он это я убил чела, которого Лек убил, он весь белый был. Добыча сука. На мне наш заказ, на мне. А, я еще одного убил! Это наш заказ. Я убил этого. Там добыча в крысу подходила к тебе. Иди забирай. Я чуть не умер. Нет, ко мне подошел еще Джуз, наш заказ. В крысу. У меня было очень мало хп. Я на лол хп ее просто как-то вниз. Я думал, буду орать уже, что я умру, а я не знаю, я не умер. Я добыча сюда добил. У меня на все патроны кончились. Тут еще вот, тут еще челы. А, он резает. Нет, не стреляй, не стреляй, не стреляй. Давай в крысу аккуратненько. А, не, он перестал. Стенку отобрал. А, белый убил, я чуть не умер. Забирай молот. Ты видел на мое хп, я чуть не умер. Ой, забирай вот это, я другую забрал. Фу, я думал, я умру. Блин, я иду знаешь, сколько мне на ППшку патронов надо, знаешь, сколько у меня? Сколько? 19. Это на ППшку. Нормально скину? Я тем больше, чем у меня скину. Он хочет прикол, у меня все ресы на фулу. У меня то же самое, не поверишь. Прикинь, скейбазу строю сейчас. У тебя молот есть? Да, такой. Я когда добычица убивал, у нее молот на крышу проходит себе и все. Челик. Тут два. У меня мало хп. А, вижу, там еще один летит. Набрил. По мне, меня набрили. Помоги. Очень сильно бреют. А, это тиммейтом. Сообщись, брильщики. Сообщись, хреновые брильщики. Так, они меня могут скинуть, так что я вот так вот. Ты на ХГ постоянно не строишь, тебя скинуто. Так я же не на такое большое ХГ, понимаешь? Ну, у тебя скинут все равно, понимаешь. Гон на них, давай. Одного крака, одного. Я тоже то же самое. Нок! Двоих нокнул. Хорош. Баты чистые. Отхиляй сплэшу, ты сплэши забрал? Нет, у меня ничего нет. Я не отправляю. Это мой мецкая. Это мой. Все, я случайно забрал. В этой катке мы как-то тащим, понимаешь? У нас 10 киллов, у меня 6 уже пока что. Я думал, я умру. У меня патроны кончились опять. Ладно, полетели. На золотой замок. Все, а, не, мне показалось. Тут бинты были. Думаю, а что забрать? Так там было много патрон, куча. Там мне на ППшку надо 25 штук. А, чтоб да, максимум. Да. Нет, чтоб максимум было, понял? А так у меня много. У меня 500. Так вот тут 20 лежат, ходи сюда. Да не, пофигу уже, нафига идти. Я флаг за. А, тут не лутались почти, тут сундуки еще есть даже. У меня летный день, у тебя тоже. У меня тоже. Этот вот, когда ломал дерево, хил падает. Летный день, когда я стрелял чела по мячу. Тихо, к нам летят. Да, я видел. На мосте по земле вся, вон на него. Блин, я не тот перк выбрал. Один уплывает. Я его нокнул, помнишь, чел брил? Я эту кастомку ног. Можно залутаю? О, хит спуши. Скар забирай, хит спуши. Там еще люди. Я хилюсь, отхилялся. А, у него куча спушов, иди забери. Тут еще 5 штук, я забрал 6, там еще 5 осталось. Ладно, на сайт, иди, найдем на файт. Тут мифический пистолет лежал. Добычица на мне. Добычица крак. А, она белая, меня нахэтала. Ты
Это сочно как. Да как ты там умел? Там второй сразу мне хэд дает. Да нормально, мы так. У него 80 хп. Я не знаю, она мне выпрыгивает, хэд дает. А, алло, 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 ты тут? Да. А как ты думаешь, кстати, мне хватает. Мне покупают новый набор. Мне до седьмого, знаешь, сколько не хватает? 1470. А, так у тебя мне 1690, потому что я слил за тебя поинты. Если бы я за тебя поинты не слил, я бы у меня было больше, чем у тебя. У меня есть такой бэкпак, там типа могусы. У меня есть дофига могусов, и этот вот эмоция охеренно чувствую. Сейчас, подожди. Почему у нее ледяной топор? Алло, тут у чела ледяной топор есть. Прикинь, у кастомки ледяной топор есть. Алло, ты тут? У нас игра вообще-то. Алло, у нас игра. Где лазишь? Прыгай. Ты где был вообще? Там у кастомки был ледяной топор, прикинь. Кастомка с нами летит. С нами кастомка. Пофиг. Она киберша. А мне пофиг. О, тут чел очень низко, он почти не долетал. Чел оружие не убил, я первым оружием забрал. Белый, я его почти убил, а у него одно хп примерно, говорю. Примерно одно хп. А, это крыса была. Один есть, один есть, один. А, меня кастомка в крысу. Позор. Какой позорище эта кастомка. Иди, что? Убей ее, что ты делаешь? Меня кастомка в крысу убила. А это она. Вот она мне со спины подошла, когда я... Да что, как ты слил? Ну, ты молодец. Как ты слил? Летим. Дай мне капюшон. Мама, мы не поймем. Мы не боим. Мама, мы не поймем. Боже! Помогите! Почему?
я играл в грузинский номер, а запустился за карася. Что за херня это? Алло, ты тут? Угу. Понимаешь, я беру другой скин, у меня вообще охеренный скин. У меня другой скин вообще. Не тот, который я брал. Что, как с этим можно играть? Прыгай. Вот это вот на эту локу. Я паду на гору, я на гору сейчас упаду. А ты на локу лети, я сразу к тебе после этого, понял? Угу. Я после горы сразу к тебе. А, у меня чел ниже меня намного. А, я минус. Ты падаешь? Я живой. Он белый, я ему почти на кирку загасил, он белый. Да боже, ты дурачок. Играть научись попуску. Попущенный чел просто. Что, он белый, и у него один пистолет, он на гору поднимается, забери карту и свали. У него один пистолет и мало хп, 10 брони максимум у него сейчас. Что, боже. Говорю, он играть не умеет, это бот попущенный. Где резнусь? Иди пока прямо. На мою мер... Ты на джампэд, иди, там джампэд, видишь? Налево. Вон джампэд. Вон, прямо. Ну что ты? Ты знаешь, где лево или право? Лево. Вот. Право. Лево. Забери молот, можно я потом молот возьму? А то у меня оружия вообще не будет. О, тебе повезло, у тебя до хера патронов. Все, лети. Да лети, не лутайся. Лети уже ты. Все, на метку лети. Понял, короче, куда лететь? А, пучины уже лекали, прикол. Нара? Да, пучины уже лекали, прикол. Лекают сейчас. Да, они там... на молоте, вали, пофигу, пусть лекает. Просто пока вали прямо. На заправке лекни. Ты чё? Да там никого не будет, 100%. Сколько? Да тебе повезло, что тебе с лутом везет. Я тоже такой лут хочу. И два ключика. Скинь хоть один ключ, пожалуйста. Капец, там три человека летят. Вали. Это заправки 100%. Там еще на заправке фарт, ты о чем? Вали отсюда. Где ты меня лекаешь? Ты чего он выпал-то? Что у тебя с лутом? Можешь меня не лекать, умирай, понял? Вали. Белая. Да не тули, вали. Там еще патим. А на заправке на заправке попробуй лекнуть все-таки. Да попробуй. Да пробуй, я сказал. Понял, пока не файт. Если я умру, то у меня что, жопы? Подожди, пока он улетит дальше. Не стройся, дурак. Он же вил куда-то залез. Если будет чел уже стрелять по тебе, тогда с молота улетаешь. Ты нормальный вообще? Если этот вот, если чел... Ну, короче, если чела не будет поблизости, скинь ключ к мне. А то вот ты видишь, какой у тебя лут? Хоть один ключ. Ключ. Скинь мне ключ, либо молот, что хочешь. Ключ, либо молот скинь.
Там чел по тебе тулил, я видел. Он на другом доме, понял, короче? У меня патронов нету, на мне чел. И на мне, и ну я сдох. Инте, инте. Это инте. А я быстрее их иду. Дашь? Я ж вроде быстрее их бегу. А где твои все ресы? Я просрал. Да что, ну как ты? Позорище полное. Поднимай мне поинты, давай, быстрее. Что вообще такое скин стоит? Что за... Кого мне взять, алло? А мне можно платить? Кого мне взять? Хочешь. Что не знаю? Ты мне поинты поднимаешь, либо сливаешь? Классный здоровый. Да, да, ты уверен? Ты уверен, что мы сюда летим? Алло! Да. Ну хорошо, если солил, ты виноват. Почему всегда я? Ну потому что ты еще закинул метку. Ты тоже кидаешь метку, куда летим. Мы просыраем. И в чем прикол? И все равно я виноват и остаюсь. Ну что, ну меня вдвоем загасили, ты где? Ну спасибо, ты виноват, я тебе говорю. Спасибо огромное, что мы поинты очередные слили. А ты куда упал, мне очень интересно. Потому что ты смотри, такой умный, я смотрю. Ты мне говоришь, полетели туда, падаешь, ну вообще. Потому что у меня оружия не было, там за мной челик гнался. Не мои проблемы. Ты сюда хотел улететь, чего ты не файтился с ним на кирке? Да, так у него был уже спамерский, он успел забрать. И что? Чего ты с ним на кирке? У тебя была кирка, чего ты с ним не пофайтился? Угу. Прошу спросить, когда от этого ты меня сюда позвал, и мы еще слили... Ты в итоге файтиться еще не хочешь. Угу. Спасибо. Алло, I do like to like. А чё ты не файтишься?
Вот он меня как раз убил. Не-не, не стреляй, не стреляй, не стреляй. Это что ты делаешь? Что ты делаешь? Прошу спросить. Да не иди на него, дурак. Их двое. Так там один бежал. У него тиммейт сзади еще будет сейчас. У него тиммейт по горе спускался еще. Там. Либо в домики зашел. Я видел, у него был там не один он был. И что ты делаешь? Куда ты идешь? Там чел. Вот с этим можешь файтиться. Он тебя убегать не будет. Ты от него будешь убегать, мне кажется. Что? Я бы на твоем месте пофайтился бы с ним. Но он не один. Вот это меня касомка. А нет, это другая. Отойди. Что ты делаешь, стычка? Да что так ты делаешь? Да она белая. Руки убить. Вали теперь. Теперь она отхилялась и тебя убьет. Вали. Что? Он снизу, 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 челик. В боксе должен. Вали, все, вали, вали, прыгай в воду, спрыгнешь. Бегу, отхиляй, отхиляйся. Сплыши, отхиляй, ну там. Что? Все, поздно. Ты мертвый. Будешь. Что он так смотрит? Вот та самая кастомка. Конус твой, зарядач конус. Конус твой. Ну что ты делаешь? Вали, ты короче. Конус не мой, конус его... не мой. А, вали, короче, ты его не переиграешь, он тебя переиграет просто, все. Вали, 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 он тебя переиграет на постройках. А попробуй лекнуть. Вдруг получится, только можешь попробовать конус поставить с первой попытки нормально. А то у тебя резы не бесконечные, спасибо. За мое понимание. Лекарь. А я резать не могу. Тогда вот так сделай. Если будет идти, сразу... Стоп, чё? Прикинь, резнешь, я пойду заберу мифический пистолет. Что? Ты почему ты не... А, он тут? Надо было лекарь до конца. Лекарь, 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 не лутай, не лутай, но оставь мне хоть. Побежал, что ты его крак. У него хила еще не было. Не лутай его только. Ты его залутал? Нет, я даже спасибо. Близко к нему не подходил. Ну, я видел. А, ну, конечно, он тебя не убьет. Ты видел, что у него залут был? Я пойду мифический пистолет заберу, оставь мне там что-то. Где мифический пистолет? А, вот. Ну все. А, тут еще, помнишь, щелы были, они ушли куда-то? О, у меня прогноз погоды. Мы в следующей зоне, это локо. Это локо в следующей зоне. Гуклад банан заберем и придем сюда. Опять, просто это в зоне, следующая зона. Я пойду закладывать банан, а потом сюда приду. Я с тобой. Блин, а, прикольно. Что прикольно? Ну, следующая зона будет на домиках. Две зоны сразу на домиках. На заправке следующая зона еще будет. Не, го на заправке остановимся, нам будет ближе, го. Она как раз на краю зоны. Она вся в зоне. Блин, я сейчас буду хэт раздавать. У меня вот этот дробовик тяжелый. Патроны хоть на него у меня есть-то. Подожди, ты забрал, ну ладно. Я забыл, что стрим веду. Турик уже скоро начнется, через минут 10. А, вот ты это все время стримил? Да. Заправки файты еще аккуратно будь.
Там еще заправки. Это кто? Это медовик Брат сделал, типа. Ну, понялось. Ну, ну короче. Да, я понял, типа, мини-пук. Ну, это не я, короче, это Брат. Можно я только солдат? Патроны только забери и все. Ну, а лут тоже заберу. Может, Абаш... Спасибо. О, ты видел мой лут, смотри, чисто. А вот какой у меня. Хороший, у тебя гром. А ты хочешь поменяться на Дробаш мой? Хотя не, нет, я с ним... А чё? Ты чё, ты чё, ты чё? У меня лег спада. Там, по-моему, я не знаю, да, тогда тут файты. Ну что, поспамил пчелов? Как тебе поспамилось, да? Круто? Тебя поспамило. Я на второго пошел, я на второго. Он не промазал, он мне с грома не попал. У меня пинг. А вот этот тоже не косой тиммейт. Тиммейт у него не косой, говорю с вами. Я одного кракнул, я этого, я маню. Да, я его кракнул. Добивай, добивай, добивай. Нас, забери вот это, если она. Где, где, где тиммейт? Может, запушим его? А, на мне, тут еще пришли, тут еще пришли. Я почти все патроны просрал. А, на мне тиммейт, помнишь того, как... Ай, я белый очень, меня... Я одного кракнул. Один а, ну что там, боже! Как ты умер ему этих ботов? Как ты этим ботихом умер? Потому что у меня хп не так было много. У тебя было все на максимум, что ты врешь? Они меня кракнули изначально. Врун ты, блин. Ты снился каким-то ботам. Турнир через 14 минут. Гобоксы? Разобнем. Год-два на два разобнемся пока что. На, поставь. А чё ты не можешь? Да мне лень. Смотри, какая у меня кастомка прикольная, видишь? Угу, так ты поставишь? Сейчас поставлю. Мышки. А! Алеки та-та-па. Я скажу твой вариант, а ты напиши комментарий. Раз, два, три. Ебало, пройти. Слышал? Угу. О, Siri матерится, кстати, Google матерится. Я скажу твой вариант, а ты пиши в комментарии. Раз, два, три. Ебало, пройти. Саш, если считается. Кто прав? 100 плюс 100 и умножить на 2. А 4. 300 и 400. Фига. Еще раз, можешь сказать 100 плюс 100 помножить на 2 равно 14. Да. 400. А, нет, подожди, 100 плюс 100 и помножить на 2 600 равно. Да. 600. Ага. То есть 100 плюс 100 200. И 200 помножить на 100 равно 400, а, смотри, и плюс, вот... и плюс еще помножить на... 400 равно...
Ну, нет, 600, алло. Смотри, 100 плюс 100. 200 и помножить на 2. Плюс, ну, понял? 200 помножить на 1, короче, равно 400. И плюс еще. В красную. И плюс еще, понял, короче, этот вот. Ну, ты понял, правильно, ответ 600. У меня гром, у тебя тоже? Да. Прикинь, у челов помпа вообще сейчас. А помнишь, как у челов была синяя помпа? Вместо кра. А ты стенки позанимал? Да, я... Если ты там занял... Я занял. Не, я одну не занял. Все, я у них. Ног. Давай последнего на кирку. Давай. Белый, го на кирку. Да он даже меня не стрелял, понял? Он даже меня не стрелял. Кастов пипнул, слушай. Это боты, я тебе говорю, это боты попались. А как ты ему умер? Так просто, когда я ему хэд дал, когда на кирку... Ну, футболистка-ботярская. Не, ну хотя бы этот урон нанес, чем футболистка. Ну, он даже меня не стрелял. Я его стрелял, а у меня нет. Ну, последний челик. Они даже стенки не ставят, я у них на базе. Хорош. Одна белая. Одна очень белая. Я на кирку! На кирку одну! И вторую почти на кирку засадил. На кирку! Один на кирку, одного на кирку, одного. Он белый? Второй должен будет. Второго, да, он белый. Может, на кирочку. Ну, это не такой ботик. Это, ну, у него звездный жезл еще. Блин, ну он меня вытащил. Я на кирку его хотел. Но он хотя бы не баймит. У него звездный жезл еще. Блин, позор, мы босые с ботом. Давай сейчас их попустим не на кирочку просто. Я, ну, вот это вот, можно делать. Я двоих? Можно двоих убью? Да контент надо делать, контент. А, ну во, без оружия. Да нет, давай хотя бы с дробовика, то есть с автомата. Да не, я выкину, у меня только хил, я выкину оружие. Слабо? Чё, слабо? Ладно, слабо. А, я буду играть без оружия, я буду с оружием, то есть я не буду стрелять. Я клер... Вон белый, я одному хэд дал. Один хиляться пошел. Второй белый, можно на кирку, я хэд дал, Джингл Белл. А второй белый? У меня нет. Очень мало хп. Я ж на кирку пытаюсь. Один ног, я двоих. Я с одного выстрела двоих убил. Судьба ему свыгнет. Ты вижу, я с одного выстрела двоих убил. Все страницы боевого пропуска нового сезона. Погнали смотреть. Это просто имба. Итак, вот первая страница. Как вы видите, награды будут действительно очень. Вон на кирку. Мы все стенки позанимали. Да можем не занимать это, боты. Один АФК стоит. Один ног. Давай на кирку, без оружия, слабот. Это бот, го без оружия. Выкидывай, это бот, чел. Выкидывай оружие. Слабо, засал. Выкинь оружие, без оружия давай его убьем. Все, выкинул. У него это бот. Выкинул. А где он? А вдруг он АФК стоит? А, вот он. Не убивай. Он двигается, он живой. А бой без оружия их двоих. Давай. Выкидывай оружие. Ну, давай только дробовик. Но мы его не юзаем, просто для прикрытия. Го для прикрытия просто тут вот. Дробовик. Автомат выкидывай. Все, только дробовик, но мы его не юзаем. Если нас почти убьют, тогда можем уже... Ну, короче, не юзаем дробовик, все, не юзаем вообще. На всякий случай. Если нас уже будут... Нет, нет,
Все равно Ньюзом. Просто для этого. Я на кивку его убил без оружия. Да я слышал, там выстрел дробовика был. Это его был, это он стрелял. А, он ливнул, го в лобби. Го в боксы против друга. Не, давай в другие боксы. Какие? Не, я имею в виду обычные боксы, да. Друг против друга. Давай, не, давай опять в эти боксы открытые. Открытые? Нет. Я поставил. Через 6 минут, давай поиграем в боксы, через 6 минут тут. А чё? Время сеанса истекло. То же самое, у меня это было как раз. Только что. Год это вот 10 раундов сыграем и все. Год 10 только. Через сколько ты там говорил, Турик? Через 6 минут. Год 10 раундов и все. 10 год. Го разомнемся, 10 раундов сыграем и все. Я скин не буду менять нафига. У меня и так нормально скин. Я возьму черную кастомку, чтоб меня не было. Я тебе случайно сэмки дал вместо двойка. Я тебе сначала сэмки случайно, а потом хэды. Сейчас предупредим. Я тоже так хочу. Перчик? А. Перчик я не хочу. Где я только пришел? Я только пришел. А так, я думал тебе дать застроиться время. Нет, нет. Хочешь я тебе дам отхиляться? А, зачем? Нет, не дам, не дам. О, не, а, не умру на базу. Да ты где? Я в жопе. Я в жопе. Я ж тебя переиграл, я ж с другой ныры вылез вообще. У меня 37 хп и 50 брони, я отхилялся миниками. А у тебя сколько хп? Больше, чем у тебя. Ну это логично. Что это, как я тебя не убил, я тебе хэд дал. Ты не умер. Я ж отхилился. Так у тебя ты миниками еще хилялся. Я тебе хэд дал, ты должен был умереть. У тебя было меньше хп, чем я тебе нанес. А сколько ты мне нанес? 185 в голову. А у меня было ровно 100 хп. А ты умер. Ой, точнее 127 дал, а ты не умер, понимаешь? Так у меня было еще 50 брони. А, не, подожди. Сейчас посчитай. Не убивай, не убивай. Открывайся пока тоже. Раз. Не, я тебе 167 дал. 167, во. Сколько у тебя, как ты не умер, если у тебя было 50 брони, а я тебе дал 167. Ладно. А ты сейчас сделаешь ошибку. Нет. А спорим, ты сейчас сделаешь ошибку, когда будешь ко мне в бокс пытаться залезть. А я не буду пытаться. Ну ты и так, ты очень много ошибок делаешь. Я буду танцевать боксе моем.
Вот, ты пытаешься залезть ко мне в бокс. Ты вот сейчас сделал ошибку. Говорю, ты сейчас сделаешь огромную ошибку, я тебе могу... Да как ты? Ах ты, крыса. Ну, я знаю. Говорю, ну ты всегда ошибки делаешь. Ну, не всегда. О. Ну, докажи, что я всегда ошибки делал. Да, Май, в этом раунде, спорим, ты будешь кучу ошибок делать. Я тебе даже буду говорить... Давай я тебе буду даже говорить ошибки твои. И ты кучу ошибок делаешь. Откуда знаешь? От жопы мира. Ну, вот смотри, первая ошибка знаешь в чем? Я у тебя постоянно забираю стенку и наперед ставлю стенку. Ты не успеваешь ставить. Поэтому вот твоя ошибка первая, допустим. Очень огромная ошибка, ее все делают. Вот сейчас ты ее делаешь. Ты ко мне ломаешься в бокс, ты пытаешься забрать стенку, и знаешь, что я могу просто сделать? Придынуть подливой. Ты когда мне вот пытаешься ворваться в бокс, я тебя могу вылезти, понимаешь, и хай дать. И футбокс застоять, видишь? И что? Согласись, что ты... Ты сейчас огромную ошибку сделал. Нет, нет. Да, ты умник, ты мог убить меня. У меня было 37 хп, ты меня когда ломаешь стенку, я просто могу вылезти, тебе хай дать, и ты умрешь. Вот твоя вторая ошибка, допустим. Сколько уже? Две ошибки я тебе сказал. Третья ошибка, у тебя им ассист... Надо застраиваться сбоку, потому что тебя могут сбоку другие челики убить. Так мы тут одни-то о чем? А в арене ты будешь не один. Тебя могут с другой стороны так проспамить, ты офигеешь. Даже убить могут с Фомасом. И... А это твоя! Ладно, давайте, не убивай меня сейчас, подожди, не убивай. Не убивай, я к тебе хочу зайти. На! Дави, Все, файтимся, короче. А? Ну запейся и будем файтиться. Запился, файтимся, короче. Я говорю, ты огромную ошибку делаешь. Я сейчас тоже, слушай. А я вижу, где ты, прикол. А я оказался здесь, прикинь. Давай, последний раунд. Нет, ты, мы до 10 договорились. Ладно, давай последний раунд, окей, давай последний. Не, гоп последний раунд, да, вот это последний наш. Я весь силу скинул, можешь забрать. Я, короче, там весь силу оставил свой. Внизу. Птички летят, бомбить поросят. А ты хил мой забрал? Нет. У меня стенка не ставится, блин. Что? Отстань. А! Да ты сквозь стену проходишь! Ты через все мои сквозь стены пошел. Короче, я победил тебя. Ну, я тебя побеждаю, имею в виду. Общий счет, я тебя победил. 4-2 счет. У меня 4, у тебя 2. Клянас он закрытый, мы не можем в турок играть. Почему? Пока чему, я откуда знал, нам нельзя на этот турнир. Дай мне коронку. Нельзя, я тебе повторяю. Ну дай ты коронку. Да ты не сможешь включить, посмотри, для нас закрыто, посмотри, где турнир. Там замок висит. Если для слепых.
Заметил? Угу. В арену будем играть. Го в паблик. Заданки повыполняем вообще. Нажимай готов. Все, сейчас приду. А что ты делаешь, тупой, безмозглый мужик? А мужичок же тут. О, тут киберужик. Пройдем. Го на поселок босса загасим. Не, го ты на... Ты лучше долети, я на поселок полечу. Ты лети на первую. Да не убьют. Я на поселке всех выношу. Лети туда, а я сюда. Когда залутаешь, когда там залутаешься хорошо, захватишь флаг, ко мне иди, хорошо? А, ё-моё. Когда флаг захватишь, ко мне иди сразу, понял? Да, понял. Только не умри, ай. Пожалуйста, не умри, а то ты можешь умереть. А со мной тут очень много челиков. Ты серьезно? У меня одна пати тут. А у меня тут 10 пати. У меня ладно, у меня максимум 2 пати. У меня тут 10 пати без максимума, это максимум. Это и то минимум. А, чел первый оружием. У меня чел первым оружием забрал, круто. Тут 2 чела с оружием, у меня 0 оружия. Они меня убили, я убежал. А нет, всегда убили. Я убегаю. У меня оружие есть. Я одного почти убил. Говорю, я почти еще одного убил. Я живу, короче, можешь ко мне иди, по-хорошему ко мне иди. Я живу еще. Сойди, кабан, с дороги ехать надо срочно. Нет, я не живу. Я его убил. У меня 35 хп начало по спану. Братан, я все равно еду. Я еще одного тиммейта убил. Я растащил твоих, у них дробовики были хорошие. А у меня было хп очень мало. Я их поспамил. Это имба лут, я имба лут. Ко мне иди. Тут вот я тебе говорю. У меня у Челанги было оружие, у меня не было. Он мне умер, понимаешь? Я убил еще. Где человек? На мне. Живи, убьешь? Я как-то убил. У меня было 35 хп, я убил пати. Кибера. А мне чел. На мне не один. На мне куча. А, ну у меня дробовик говно. Это попуск. Я тебе говорю, это ботяра слита. Он играть не умеет, говорю тебе. Его сейчас SCP убьют. У него там одно хп, его SCP чуть не убили. Забери карту, лепни на этой локе меня. Я тебе говорю, вот, это он меня убил, убей его, пожалуйста, у него одно хп. Его SCP почти загасили. Ну, было одно хп. Убьешь? Нокнул? Нет. Иди добивать, я тебе говорю. Ты шутишь? Это он? Забирай карту, лекарь. У меня вот такой лук был, понимаешь?
Нет, вали, вали. А, что? На заправке меня лекни. С одним хп? Да по... там никто не упал, я тебе отвечаю. Можно я залутаюсь только заправку залутаю, ок? Я чё заправку лутаю? Заправка... А, вали! Я думал, тебя убили уже. Вали! Я просто едь по всему... Уезжай от неё, она тебя не убьёт 100%. Вали, 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 она тебя должна убить. А я-то все еще стримлю. Ты шутишь? Ты шутишь, Света? У меня одно хп, что? Что ты хочешь? Как ты этим ботни проиграл? А ты как? Соревнования? На лаке чисто выпали. Чё в паприке, как варенье потеют? А? Там куча, там и Вилчела, он играет на любой высоте, у него 5000 зрителей. Да так играй круто. Да он все-таки бот тут чел. А ты что, бот? Я лучше его играю. Не, вот так вот, чел у кого-то получается, а у тебя нет. Да. Я бы не слил поинт, если бы я тиммейт не был таким. Наскатка, алло, ты где там базаришься? С кем? Я его перелаживал. Я его уже утром перечитал и переложил. А? Да нет, они в другом месте соревнования. Они закрыты, тут по приглашениям соревнования. Ну, ФНКС у нас закрытый. А у тебя они сверху, где арена должна быть? Вот, закрытый замок, видишь? А ключи все закрыты. Для нас нулевая открыта, для нас только этот FNKS закрытый. А для остальных для нас открыты. А, это только надо занять какой-то места, чтобы участвовать, не понял? Как где? Можно модер? Команды, занявшие с 41 по 91 места в списке лидеров мини-чемпионата, после 3 недель состязаний смогут принять участие. А, она мне чел! Это я убил! То есть, чтобы играть в это соревнование, Тёма, тебе надо в каких-то соревнованиях занимать... Мы что, 12-е место вчера пошли в соревнования. Обязательно вы 12-е, по окончанию... 112-е. Это надо смотреть, когда соревнования закончились. Там же еще продолжали играть люди, Тёма. Там максимум 400 было поинтов. Ты так умер? Ты со 150 угу. Вы даже в 1000 не попали. Ты шутишь? У нас 112 место, короче. Поднимайся наверх. А я что, чисто? Быстрее. Я улечу отсюда. Зачем? Он один. Не позорь. Тут двое было. Ты видишь на мою хп, у него сейчас может быть... А, тут двое. Ты видел, там двое. Так что не опозорься. Ах, у меня не получится, слушай, закрыть. Да что ты? Да что, я ему хэд дал, как он не умер? А ты почему умер, ботяра тиммейт? Проснулся. Ой, проснулся, промахнулся. У меня тиммейт, понимаешь? Вот такой. Алло, ты тут вообще ушел? Вот так он играет. Не хватает меткости. Он уходит вообще, вот так он играет. Он в ожидании.
Алло, ты тут? Алло. Алло. Что такое? Где ты был? А ты где? Как ты слился? У меня оружия не было. У тебя дробовик был. Чего ты врешь, обманщик? Давай, что хочешь. У меня был. Ты говоришь, нет оружия, как ты говоришь, было оружие? Смотри, у меня оно было. У тебя оно было, но ты косой. Нет, оно у меня было, смотри. Ладно. Что, говори? Потом он меня с ППшки проспамил в кустах. Как-то я его в кустах увидел, слушай. Тут. У меня сейчас поинтов 3490. У меня бы тоже было бы столько, не поверишь. Если бы не ты. Да что ты чавкаешь, ты задрал уже чавк. Ты что ты тут задрал уже там? Я туда не полечу. No. Опа! Я лечу на тею. Я лечу на гору эту. Давай на гору. Нет, ты поди в нору, я на... А, я хотел на гору упасть, то чел не жми. У него гром! Я в нору упал, я в нору. Там просто чел приземлился первым. Я взял. Тут челик пришел. Тут на горе ходит челик тот самый. У тебя какое оружие хоть? ППХ. Ну, было пистолетом оставить, выкинул бы его. У него есть оружие. ППшка. Ну что у тебя выпало? Погнали наверх к нему. Да он уже на файт ушел, мы пошли. Аккуратно. Они там файтятся, понимаешь? Чем так не делать? Сначала надо ресурсы подобрать, потом сражаться. А ты выбегаешь с голой сракой, блин. Вот. На команду. Оружие есть. Пиши, там много людей. Я с горы буду стрелять. Сильно спешишь, понимаешь, необоснованно. Ты бежишь, тебе надирают жопу. Я вот сюда хочу. Иди ко мне, у меня он не один. А не, вроде один. Один. Двое. А, да, двое. Я добавил крак немного. Да один что? Немного белый там. Очень белый крак. Да что вы... Жестко. Мазилы, да... О, это мой гром мой. Я его накинул. Стенку поставь, блядь, вас сейчас грохнут в эту дверь, блядь. Так, а что? А, ты спамерский забыл. Это боже. Да ты забрал мою, гад. Мое оружие забрал. Ты тему, тебя могут убить в эту дверь. Да тут никого нету это больше. Это тебе так кажется. Thank you.
чуть не умер, типа. А как ты умер? Я его пошел пушить, когда ты сказал, у него мало хп. И умер как? Тут еще летят. Прилетел, он один прилетел. 28. Белый, белый, белый немного. Очень белый, белый, как он жестко. Там лес, рестлинг. Ты шутишь? Что? Как ты ему умер? У него там было очень мало хп, как ты умер? Ты убил? Да, как быстрее, ты... Быстрее, 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 быстрее! Устройся. Быстрее, одно хп! А что ты хп? Больной? Насрать тебе, что у тебя одно хп. Как ты ему проиграл? У тебя была все броня, у него там почти не было хп. И оружие. У него будет спрей. И хилься, иди за мной. Остап, подожди своего. Ты опять один несешься. Куда ты? Убью. Несешься? А, там, понял, там на домике чела резко, там файты. Идем, 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 идем. Да я растащу тебя потом. Артемий. А. Неуважение к противнику, это... Да ко мне не неуважение. Тут стартапы. Там что? А, ты жесткий. Я мелкие украли, у меня ки украли жесткие, я почти сделал фраг. Он у меня ки украл. Он один, у меня один. Белый, 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 а давай один очень белый такой. А со спины, боже, батяра. Ты где? Ты нормальный там вообще? Один, там не один. Там я один белый. Ты шутишь, ты сейчас всем сольешься. Вали отсюда. Ты сольешься. Да ты глухой. Вали. Вали, я сказал. Вали. Папа, будешь играть? Он умрет. Ну ты больной, я тебе говорю, вали. Мы за тебя слили, допустим. Где мой наушник? Я не знаю, Артем. Ну все, спасибо, я не буду с тобой играть. Я за себя поинты слил, когда ты мне звонил. Ты мне обещал поднять, так и не поднял. Поинты. Он мне говорил, эти поинты поднимет. Он мне их поставил. У меня было 300, когда я играл. Он мне позвонил, я за него слил. Ты вырубаешь своих ушей. Что ты так Спасибо, что ты мне поинты слил в очередной раз. Пожалуйста. Подымай мои поинты, ты же сказал, подымешь мне. Башня. Башня козла. Надо тебе было скин козла, либо барана купить. Так у меня только мамонта есть. Ну вот, и есть как раз мамонт. Возьми мамонта. Что? Как ты ниже меня, если ты летел выше меня?
Скоро, там очень низкий чел. Давай. Я на башне падаю, я на башне падаю. Там чел ниже тебя в два раза. У меня ФАМАС. У меня дробовик спамерский и этот. И как там его? ППшка, дробовик спамерский. ППшку нашел. Ой-ой-ой, ну вали оттуда, я иду на домик. Залутаюсь, мне надо дробовик, у меня, понимаешь? У тебя есть дробовик, у меня нету. Ну ты шутишь, я тебе говорю, вали, прошу же. Они меня искали. Они я меня экспали. Экскалибур? Угу. Да ползи. А я не могу, я забагался. Что? А, я тебя не резу так. А, он один. А как он тебя? А, там двое. Прикол, он забагался. Кто, чел? А все, он просто камень. А что ты? Уходи, не стой там, делай что-то. Ну что, у меня, ты видишь мои рейсы, посмотри на мои рейсы. Ты ждешь, пока к тебе придут гости? Да, я их встречу грамотно. Что, сквозь стену стреляет? Сквозь стену тебя видно. А как он понял, что у меня очень мало хп, этот чел? Поднимай мне поинты, обманщик. А не вон ведет меня, Готя? Артем. Алло. Да. Ты мне поинты будешь поднимать? Алло, ты этот... Алло, ты сказал мне поинты поднимешь. Где мой поинт? Алло. Где мои поинты? Поинты мои где, спрашиваю? Папа, где? Еще ты мне их не поднял? Ослы. Я умер. Я на дерево по земле. У меня гром. Меня сейчас на кирку убьют. Ты же гром, ты что, смеешься? У меня, видишь, на мою... Ну вот, ну что, ненавижу, на оружие. Да что ты... Ну, ты... Я скатал. Деньги у нее глаза, она выглядит как супер мега звезда, она выглядит как
Алло, ты тут? Да, я тут. Она выглядит как мами среди всех надо. Это я вдыхаю. Я сейчас отдыхаю. Да, я так куда не открываю. Все мои подруги с тобой не знают. Невидимые шмотки, только повторяю. Королев. Я расти твои бабки, направо, налево. Это моя манера, ты сына миллионера. Хватит за концерт. Я девочка красивая, мне все так говорят. Не слушай никого, мадам, они тебе пиздят. Что ты делаешь? Эксперимент. Какой эксперимент? Эксперимент с водой. Мне два подбеления. Мне два подали. Вот тут утюпала. Да, я так я выключил и а как мне это попасть? А как ты выше меня, если ты выпрыгнул раньше меня? Я тут упал. Я самый низкий. У меня спамерский дробовик. Я почти одного убил. Там один белый. Еще 5 дал. Пойдем запушим. Да, там вот это кому-то еще 5 дал, я ему с дробовика дал. Там двое. В мусорке сидят. Один очень белый. Один ног. Да этот вот слёр. О, легендарный сундук. Да. Не гонза. А тут еще все на 100% летели. Тут не может одна пати полететь, когда с нами дофига летела. Приземлился. Откуда у него тогда такие... Откуда у него гром, скажи, раз он только что приземлился? У меня на ПП... Да что ты, зачем ты кусты накидал? Что ты делаешь? Я? Ты меня сейчас убьешь, ты поджигаешь колонки, ты кусты накидал. Он спрятал все в кусты и чуть меня не убил из-за этого. Из-за твоих я? Кустов. Да. Почему я? Это не я. Давай, уйдем. Почему ты на меня нагоняешь, блин? Да ты стрелял же. А второй белый, надеюсь? Давай его, пап. Да, должен быть. Если он мной не отхилялся. Он не белый, я ему дал 100 с чем-то. Зад чекай. Там а у него хила нету. Я второго нокнул. Да, не вылазь. Зад. Сова летит, сова рядом. Насрать. Возле башни. Ладно, я тебя подожду. Пока ты мне видишь.
А, по мне еще стреляли. По мне еще стреляли, вроде. Так уходи, тогда сейчас тебя зажмут. Ты что за... Я хил заберу и свалю. Я спрячусь. Да я спрячусь тут. Да у тебя целая стена открытая. Ты... Я спрячусь здесь. Мне на ППшку патроны. Сундук оставь приманкой, сундук приманкой оставь. Да пофигу. Ну что? Отсканировал меня? Я его хочу встретить, я его буду встречать. Он без тиммейта. Это парень. А нет, с тиммейтом. Я одного крякнул жестко. Это другой, да нет. Да почему ты умер, ты бесишь? Как ты умер? Потом. Ответил. Чё ты? Выключи тикток, мешать надо. Я уже твой тикток. Да выключи. Только и слушаешь тикток. Купи козла в магазине, тебе будет отлично этот скинуть. Не обязан. Обязан. Не обязан. Обязан. Докажи, что я обязан. Я не буду ничего покупать. Нафиг я сделал? Тебе просто этот скидыч подходит. И тебе. По упертости. Куда летим, алло? Это тепло. А вот так прямо. Так, ну, баллон, так, специальный круг, дыша. Покажу, нет, пора, нет. Покажу. Покажу, нет, пора. Я самый низкий. А, нет, ну ты чел. Что, ты чел ниже меня в два раза. Два раза один. Тут чел очень низкий был. А что ты со мной упал? Потому что вдвоем безопасней. У меня скар только и все. А у тебя? ППшка и... А, ну ППшка тебе выпала, круто. У меня скар. Меня убьют вблизи. А, ну у них дробовик стопудово будет. На миник, запей миник. А, тут чел крысил. Там чел крысил. Я хотел тут залутаться, а там тут чилик был. Давай отхиляю. Все, остальное я оставлю. У меня один скар, я сольюсь. А что у него, дробовик, что? Да. Какой? Спаймерски. А, мне НТ, это НТ. Крыса, крыса, я в крыше. А, у него гром, помоги! А. Я его 105 дал. А, нет. Там второй, ну, нет. Зачем ты пошел туда? Папа! Да почему не
Салют. Да выключи, он бесит это уже. Да выключи. Папа, давай это ломается. Нет. Может, бы с другом поиграл. Пригласи его. Я с ним лучше бы сам пошел. Он в арену не будет, говорю, сразу играть не будет. Так давай в паблик с ним. Где ты? Тут. Я тебя не слышу. Ты где? Алло. Алло, о, тебя не слышно. Я тут. Руби мика, тебя не слышно. А я тебя слышу. Ладно, я ливаю. Реально тебя не слышно, алло. Я ливаю. Даже если ты там говоришь, кому ливаю, ты 100% говорил. Тебя не слышно, правда. Сделай что-то с микро. Чтобы тебя... Я уже ливнул. Ты дурачок. Спасибо. Давай. Ты без мозгов, реально. Давай. Ты без мозгов? Ответь, ты нормальный? Да, но ты сам сказал. Нафига ты ливнул, ну ты без мозгов, ты реально. Я один против двоих должен играть. Я ливнуть не могу. Спасибо за слив поинтов очередной. А он здесь. А, так тут двое, на мне двое, ты шутишь, Алло? Открывай крышу, выходи. Они белые, они без брони, папа. Но уже хилятся. Конечно. А, у них щит. Я поинты только соли, понимаю. Ну я ненавижу тебя! Я из-за тебя 5-й дивизион слил. Нафиг он не надо. Боже, как он это ёж. Что ты хочешь от меня? Алло. Что ты от меня хочешь? Знаешь, кто ты? Кто? Нычка. Отвали, короче.
Что? Да. Сумка. Ей на мане. Подошел. Что-то тут двое упал? Я одного почти убил, он его убивает у меня и меня со стороны убивает, когда у меня 50 кп. Боже. Да полети ты, портал. Понятнее. Хочу туда, лечу я. Не будет толку, пока ты не соберешься. И не чуть свою бошку, а не слезы. Чё, на башню идти? Ну, голову ломаном. Зачем упал? Ну, у него броня есть, конечно. У него и хил есть. Я думал, я сюда не, никто со мной не полетел. Не, он один. Ты уверен, блин. Ты всегда во всем уверен. У меня ресурс одна.
А, ну у него были, у него видел был броня. Я его когда увидел, офигел. У меня брони. А, ну тут еще один был, реально. Я думал, тут один только упал. Ну почему у меня? Почему у меня стенка? У меня, понимаешь, вот сюда поставил стенку. Он белый. Я уже понял, что кто-то пойти. Ты слишком долго понимаешь это. Пойду залутаюсь. Вот здесь. Здесь не лутался даже, мне кажется. У меня не есть. Вот что. Алло, Артемий. Алло. Будешь играть с этим челиком? Каким? Ну, вот с этим. Который, типа, помнишь, задрот. Ну, давай. Сейчас он меня приглашает. Все, он сейчас должен к нам.
он к нам присоединился. Их там двое, кстати. Их там двое. А он играет в катки? Да, мы сейчас в катке вдвоем варенье. Мы сколько подняли? Мы? Это первая катка, мы сейчас сольем. Я 2 кило сделал. Уже. Ты тоже в катке? Да, я 2 кило уже сделал. У меня топ 2. У меня топ 21, у вас сколько? У меня топ. У нас топ 75. А, у меня по весу все идеально сейчас. А, господи, я сдох. Дичка дальше. Давай. У вас убили? Да. Да. А как мы запустимся? Я в ожидании встану. Можно вот так встать. Дайте корону, дайте корону. Так ты можешь без коронки. Я не могу. А, ну ладно. Я ему даю коронку. Управление сделаешь командиром. Все, ты командир группы. Так я без коронки даже. Я тебя встал. А, все ставить? Тимур. Или как все зовут? Меня Давид зовут. Тимур. Давид и Тимур. Подзабыл. Блин, у меня зона накрыла. А, у тебя топ 19. Ну да, я знаю. Топ 17 уже. Топ 17. Я буду дефолтиком. Ой-ой-ой, я бегу в зону. Ежусь. Я срака. А он на чем играет? На PS чел играет? Кто? Ну этот, он, Давид. На чем он играет? Ты играешь? Я на PS играю. А, мы все на PS. Да, он ты у меня уже в друзьях, я могу тебе написать, а он... Ты его в ВКонтакте добавил? Алло, ты его в ВКонтакте? Нет, я его не У меня тут такие забыл. Жесткие файты, вы видели, какие у меня файты. У меня очень жесткие. Я сейчас их скину, они умрут. Сколько килов, если ты их скинешь? Где-то 3. Все, у меня 4 имбовых перка, у меня только молота нету и одного имбового перка нету. Ждем, когда все участники группы покинут игру. Да ну! Мы не сможем запуститься. Ну ждите, у меня ресы все на полу. Но мне что, я скорее всего умру. А, меня со стороны очень жестко набрили, ты б знал. А, меня идет другой добивать. Его тоже сбрили. Меня чел спас. Ко мне пришел другой чел и сбрил того чела. Ты бы знал, как меня спасли. А который чел этот вот пришел, его тоже набрили. Они улетели все отсюда. Ты знаешь, как мне сейчас повезло, представляешь? Угу. А, тут файт. Я иду на них. Я не сдамся. Я все-таки... Поднимайся на высоту. Хорошо, послушайся. Белый. Хочешь прикол? Я одного жестко набрил. Этот просто за вот танцем, который это стандартный. У меня все им забито. Все эмоции. Но только есть вот это, вот только я вот эту эмоцию. А все у меня. А, они улетели. У меня челы улетают. Зона идет. У меня килы улетели, короче. А, ты тут с двух сторон файты топ-10. Видите? Я на... А, тут 4, тут 5 файтов. Я на одном из них. У меня молот. А ты во что, в арену играешь?
Да. Тут ты такой. А, мне со стороны вот. Еще не. Мне немного со стороны набрали. 7 человек мне осталось. Меня зона поджимает, ты б знал. Вы, если б смотрели, вы б видели в каком. Я не в выгодном положении. У меня хил есть. У него 7 человек осталось, прикинь. Нет, я не в выгодном положении. У меня нет белого хила. Капец. А, на мне чел, я его крак. Капец. У меня хп скоро кончится. Капец, как мало. А ты ему хэд дал? Да. Я хил нашел белый. У меня сплэши. Я сплэши нашел. А зона по два бьет-то. А меня набрили немного, меня немного набрили. Кто это, кикните? А я не знаю. Это кто? Я кого-то. Он у меня даже не в друзьях. Алло. А, меня грохнули, что? У него 15 хп, он в зоне, он в зоне умрет. Ну, он умрет, скорее всего. Можно паука так еще снимется? А?